Здравствуйте! Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс. Штрафное селфи. Полицейские задержали двух парней за фото в морском порту. Каменный век и следы древних людей. Об удивительных раскопках в Акушинском районе республики смотрите сегодня в выпуске. К новому учебному году готовы. Более 1500 дагестанских школьников получили полный набор канцелярских принадлежностей от благотворительного фонда «Инсан». Сегодня в Роспотребнадзоре по Дагестану прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в кабинете начальника управления ведомства Элеоноры Амариевой. Как сообщает источник, специальные мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела управления. Речь идет об ущербе государству в размере 50 миллионов рублей. Двух парней доставили в отдел полиции за фото на фоне кораблей в порту Махачкалы. Об этом сообщает в пресс-службе Махачкалинского морпорта. Ребята пробрались на территорию охраняемого режимного объекта в поисках красивого фона и ракурса для фото. Теперь в отношении них составлен протокол и назначен штраф в размере 5000 рублей за незаконное проникновение на территорию порта. Также у них изъяли всю видео и фототехнику. Отметим, за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность. Штраф может возрасти до 500 000 рублей или даже лишение свободы до 2 лет. Около 21 миллиона россиян находится за чертой бедности. Об этом свидетельствуют исследовательские данные Росстата за первый квартал этого года. Доход более 14% населения ниже прожиточного минимума. При этом полноценная картина по количеству малоимущих россиян прояснится в конце года, когда ведомство посчитает годовые выплаты и другие доходы жителей. Определены 3 претендентов на разработку мастер-плана Дербента. Ими стали команды, в состав которых вошли российские и зарубежные эксперты. Теперь финалистам предстоит спроектировать план по принципу жизнестойкого города, то есть города, способного развиваться в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Также участники должны подготовить концепцию развития городской набережной, которая протянется вдоль Каспийского моря на 12 километров. Для нас очень важно, потому что любой вопрос, который вы решаете, начиная от ливневых стоков до построения общественных пространств, включение в городе транспортных потоков и пешеходного сочетания, старины и нового. Это все очень важно, потому что практически эти проблемы не с каждым годом. У вас они, еще раз подчеркиваю, в таком вот усложненном ответственности перед историческим памятником решается пространство. Финалисты будут работать над своими проектами до ноября. В конце августа они в рамках установочного семинара посетят Дербент, чтобы ознакомиться с территорией проектирования и встретиться с местными экспертами и членами общественного совета. Но прежде всего это наше наследие. Мы его, конечно, для себя сохраняем, но у нас есть ответственность по конвенции 1972 года об охране всемирного культурного наследия, в соответствии с которой мы должны выполнять те или иные положения. А Дербент, прежде всего, конечно, это бренд, это, так сказать, доминанты, то градообразующее, это цитадель на Рынкала. Поэтому, в принципе, исторический центр весь, он попадает под, так сказать, охрану ЮНЕСКО. И здесь мы, конечно, должны выполнять соответствующие требования. Финальное же заседание жюри под председательством главы Республики Дагестан Владимира Васильева состоится 19 ноября. Тогда окончательно выберут победителя и распределят места среди финалистов. Призовой фонд внушительный. Первое место – 4 миллиона, второе – 2 и третье – 1. Отметим, что открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Дербента вызвал активный отклик у архитекторов во многих странах мира. Около 144 претендентов из 30 государств заявились на участие. В Дербенте найден скелет древней девочки-подростка и глиняный кувшин. Возраст находок оценивается в 1500 лет. Раскопки проводились в сосновом бору, где несколько лет назад была обнаружена территория древнего поселения, предшественника Дербента. Очень большая историческая ценность, конечно. Каждый черепок, каждая находка нам дает определенную информацию о тех или иных хозяйственной деятельности населения, обитающего на данной территории. Также мы можем по этим находкам также и судить и о торгово-экономических связях их. То есть очень много ценной информации.
Найденное археологами поселение существовало в первых 6 веках нашей эры. Мощность культурного слоя в этих местах достигает 3 метров. В нем обнаружены остатки фундаментов и стены каменных домов. Это древнее поселение, по словам историков, просуществовало до появления современного города с его стенами. Старое же, с которого началась городская история Дербента, было заброшено, а его жители переселились в Шахристан, территорию между городскими стенами. Мы намечаем и в дальнейшем вести раскопки на этом поселении, потому что они вызывают большой интерес не только общественный, но и, конечно, в научном мире. Позапрошлым году мне довелось рассказывать о наших раскопках этого поселения в Оксфорде, весной этого года в Берлине. И, конечно же, к этим исследованиям ученые разных стран мира проявляют огромный интерес. История всего человечества на одном клочке земли. Так можно описать археологические находки в Акушинском районе. Там в ходе исследований ученые обнаружили следы людей из каменного века. Самым древним находкам, к слову, более 2 миллионов лет. Что конкретно нашли исследователи в горах Дагестана, с места событий расскажет Луиза Раджабова. Древнейшая стоянка человечества – объект Мухкай-1. Находимся мы в Акушинском районе. Ученые уже раскопали первый слой земли и установили, что этому орудию труда, которым разрезали, например, кожу древних животных, уже 900 тысяч лет. Бесспорно, древнейшие не только на территории Северного Кавказа, но и Евразии. Памятники относятся к каменному веку. Таких археологических объектов, как Мухкай-1 и Мухкай-2, в мире несколько. В толщах 34 слоев земли здесь обнаружены первые орудия труда. Возраст находок более 2 миллионов лет. Мы раскапываем стоянки первобытных людей, обитавших здесь, от 2 миллионов лет назад до 800 тысяч лет тому назад. Памятники, которые мы исследуем, это самые древние вообще в Евразии. Здесь мы обнаруживаем и остатки культуры человека, и остатки животного мира. Мы реконструируем растительный мир. То есть какие здесь росли деревья, какой был ландшафт, какие обитали животные, на которых охотились или не охотились, а добывали каким-то образом. Впервые камни тогда еще неизвестного происхождения были обнаружены при установке телефонной вышки. Они сразу привлекли внимание специалистов. Уже не первый год экспедиция из Москвы помогает рассмотреть деятельность древних людей под руководством Хизри Амирханова. Вот это место мы раскапываем, в частности, нам удалось здесь раскопать, в частности, стоянку, которая приурочена к древнему палеоруслу какой-то реки. Вот, собственно, мы сейчас находимся, можно сказать, на дне уже раскопанного этого русла. Вот. И к этому руслу примыкали, вот если посмотрите, вот эти вот участки суглинка, ну, глины. Вот. И человек, видимо, когда функционировала вот эта река, он приходил к ней, на берегу вот здесь вот существовал, ну, жил, не жил, мы не знаем, но какая-то деятельность вот здесь проходила. Впервые мы на наших памятниках зафиксировали древнее русло реки, которому около 900 тысяч лет назад, и фиксируем деятельность на берегах этой реки, человеческую деятельность в виде обработки камня, изготовления орудий труда. То есть это мы фиксируем реальный уровень обитания человека на берегу небольшого ручья. Недостаточно просто раскопать, важно зафиксировать все сведения. В этом сезоне многолетнюю работу продолжает и Дарья Стулова. Ее зарисовки помогут для последующих поколений исследователей. Здесь выбрано русло древней реки, и по руслу оставлена бровка для того, чтобы понять, как, собственно, располагались свои. Вот. То есть вот здесь, вот, например, мы можем видеть протоку с большими камнями, какие-то линзы. Если выбрать это полностью все, будет не видно стратиграфии и четкой картины. Несколько сотен камней, найденные на месте раскопок, имеют сколы, характерные для орудий труда. Готовые орудия в виде режущих, дробящих инструментов изготавливали предпочтительно из кремния. Он легко раскалывается и поддается нужной форме. Здесь мы видим, как тщательно готовилось это орудие. В частности, вот эта часть является лезвием этого орудия. Вот эта часть, так называемая пятка. И вот это также части, которые приспосабливались для держания этого орудия.
То есть бралось это орудие в руку, допустим, вот так вот. И вот этим вот краем размалывались, могли и кости, там орехи, в принципе, и так далее. Каждый сезон археологи обязательно находят что-то интересное. Работы пока много, а это значит, новые открытия еще ждут своего часа. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Акушинский район. Помощь в подготовке в школу окажет Минтруда Республики. Многодетным семьям с тремя или более детьми выдадут по 2000 рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства, предоставив пакет документов. Все заявления будут приниматься до 1 декабря. При этом стоит отметить, что помощь не предусмотрена детям, находящимся на полном гособеспечении и под опекой в приемных семьях. «Собери детей в школу» – так называется ежегодная акция от благотворительного фонда «Инсан». Ее главная цель – обеспечить детей из малоимущих семей самыми необходимыми школьными принадлежностями. Традиционно по этому случаю было проведено торжественное мероприятие. Абдулла Алиев – продолжение темы. До 1 сентября еще месяц, а этим семьям уже не нужно беспокоиться о покупке школьного инвентаря. Фонд «Инсан» в очередной раз откликнулся помочь нуждающимся. 400 только в Махачкале и более 1500 детей по всему Дагестану получили заветные портфели с ручками, карандашами, тетрадями и прочими школьными предметами. Учитывая то, что 1 сентября учебный год, он сопряжен бывает с большими затратами, приобретать одежду для школьников, канцелярский товар и так далее. А многие наши подопечные, они получают прожиточный минимум, и большое количество из них, они живут на квартирах, и поэтому не могут элементарно приобрести элементарное, что необходимо для школы, приобрести для своих детей. Посетил торжественное мероприятие муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. В своем выступлении он пожелал детям успехов в учебе, уважать своих учителей и родителей и достойно представлять свою школу в будущем. После напутственных слов шейх лично вручил детишкам портфели со всеми необходимыми принадлежностями. У нас что не хватает? У нас не хватает взаимной любви, уважения. А самое главное, если любовь есть, уважение будет. Нам что нужно? Нам нужно только то, что наши... В наше время молодежь потеряла уважение к старшим, уважение к учителям. Вот это чтобы заново возродить. Надеюсь, в ближайшее время мы дойдем до этого. Обязательно надо учителей уважать. Обязательно. Я думаю, даже больше, чем своих родителей. Не только думаю, я в этом уверен. Надеюсь, будущие президенты, врачи, инженеры находятся среди вас. За то, что вы будете... искренне учиться. Торжественное мероприятие посетили и почетные гости. Среди них учредитель благотворительного фонда помощи хосписам Вера Анна Федермессер. По ее словам, она была приятно удивлена, узнав о масштабах оказываемой помощи фондом «Инсан». В Кизляре есть вывеска фонд «Инсан». В Буйнакске есть вывеска фонд «Инсан». И ты понимаешь, что они везде, они нужны, они востребованы, они знают, как работать. И про то, что я слышала про программы, сколько детей отправляют в школу, сколько им покупают эти рюкзаки. Детям с булезным эпидермолисом помогает фонд «Инсан». У нас для этого целый отдельный фонд создан. А здесь вот все. И это очень здорово. Но для меня самое главное, что это фонд, который основал медицинский колледж, который основал больницу, который сейчас хочет заняться паллиативной помощью. Для меня это вообще вся жизнь в помощи умирающим людям. И мне кажется, что... если здесь это в таких надежных руках, в Дагестане, то есть надежда у нас у каждого уйти из жизни без боли, без унижения, без одиночества. Помощь нуждающимся детям в подготовке к учебному году – весомый вклад в развитие подрастающего поколения. Это подчеркнул и министр труда и социального развития республики, отметив, что «Инсан» является одним из передовых благотворительных фондов в Дагестане. Очень благодарна фонду за ту акцию, которую они сегодня провели. Я своими глазами увидела, сколько детей, сколько родителей получили эту помощь. И хочу сказать, что, во-первых, очень сумма вполне как бы достойная. Мало того, по-моему, получают еще и сертификат на портфель. И это очень большая поддержка для наших детей и для семей, особенно для малообеспеченных семей, для многодетных семей. Фонд «Инсан» у нас в плане поддержки, в плане такого плана семей, именно вот благотворительных акций, конечно, впереди всей нашей планеты. Большинство семей, кому оказали помощь, это матери, воспитывающие своих детей в одиночку. Для них эта акция словно спасательный круг. Многие не скрывают своего восхищения и желают фонду «Инсан» только процветания.
Я очень благодарна фонду «Инсан». Не первый раз мою семью и всех остальных нуждающихся вы поддерживаете. Дай Аллах вам всем здоровья. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния. Это огромная помощь для меня. Я воспитываю 4 детей. Одна. Эх, у меня мурашки. Спасибо вам. Я вам очень благодарна. Фонд «Инсан», я очень благодарна. Она оказывает очень огромную помощь для меня и для моей семьи. Помогает она. Я очень благодарна и работникам, и всем. Для ребят в этот праздничный день звучали нашиды и стихотворения. Организаторы также провели занимательные игры и викторины. Фонд «Инсан» постарался сделать все возможное, чтобы вызвать побольше радостных улыбок у детей. С каждым днем все ближе начало учебного года. И можно смело сказать, что эти дети вполне к нему готовы. И все благодаря усилиям благотворительного фонда «Инсан», а также неравнодушным людям, которые оказали помощь нуждающимся. Абдулла Алиев, Муса Салгереев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши новости в Инстаграме и Ютуб. До свидания.